Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 37. Задание внизу страницы. В этом задании мы должны выразить 1560 метров в километрах и метрах. А для этого давайте вспомним. В одном километре содержится 1000 метров. Значит, 1000 метров – это 1 километр. И еще у нас остается 560 метров. Итак, записываем. 1560 метров равно 1 километр и 560 метров. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.